Вот такие вот арбузы. Называется Лунный. Вместе здесь. Сегодня у нас прошел заморозок. Вот листья все почернели. И наши арбузики лежат. Хотя еще могли завязываться вот и расти. И все вот почернело. Вот, вот он, огонек. Лежат наши арбузики. Маленький торпеда еще остался. А это арбузы, накрытая грядка. Заморозки прошли первые. Мы их вот укрыли. Немножко не доспели они. Сейчас пойдем открою. Посмотрим. Прикрыли их мы. Вот они. Арбузы. Вот мы это морозом прихватило. Вот они. Здесь тоже. Надо раскрывать. Вот они. Это. Видно, что попало морозом. Второго мороза, третьего. И не спасло даже укрытие. Сразу же, буквально за 3 дня, все вот почернело. И прихватило. Прихватило всех. А что маленькие, так вообще вот замерзли прям. Вот. Жалко. Не успели. Ну, вот эти успели дозреть. Хотя и пятнышки. Но разрежем. Ну, здесь вот около 7-8 килограмм будет. Здесь тоже арбузики. Торпеда. Мы съели. Это маленький торпеда. Ну, это огонек. Они отличные. Они у нас вызревают в нашей зоне. Прекрасный огонек этот. Мы сажаем их побольше, чтобы нам кушать уже с июля месяца их. Вот такие вот они. Ну, полосатик. Это СРД, по-моему. Огонек. Так. 2950. Вот разрезали огонек. Открываем. Вот он какой спелый, хороший арбуз. В нашей зоне он вызревает на все 100%. И семечки вызревают все. И я думаю, что будет сладкий. Сейчас попробуем. Угу. Да, очень сладкий, хороший арбуз. Вот у меня арбуз СРД-2. Сады России. Вот такой у нас вырос. Мы сейчас его взвесим. Большой, не знаю, хватит весов или нет. Но нет. Нет, не хватает. Вот здесь весов. Будем половинками потом. Где-то килограмм 6-7. Здесь вот желтое пятно. Говорит о том, что должен быть уже зрелый. Ну вот сейчас мы разрежем. И потом взвесим половинками. Он похож на скорик. Но скорик мы уже где-то в июле, в конце июля скушали. Он созрел быстрее. У скорика более темная мякоть, а здесь должна быть бледно-розовая. Ну, посмотрим. Ой, трещит. Ой, красивый сразу вижу. Что красавец. Вообще я люблю этот арбуз. Он всегда сладкий. Даже если не дозревший. Он всегда сладкий. Вот давайте взвесим хотя бы половинку арбуза. Сколько он? Одна половинка 2700. Ну, пускай 2700 и 3300. Получается 6 килограмм в арбузе. Я честный блогер. Никогда не обману. Если плохой, я сразу говорю, что плохой. Что я хочу сказать? Как на картинке розовый, он, вот он, розовый, такой у нас и вкус сладкий. Так что рекомендую этот сорт СРД-2. И также скорик, он очень тоже хороший, они вот похожие. Будем разрезать, вот так вот, наверное, потому что вот если так разрежу, холодильник не уместится, а мы вдвоем не съедим. Какой красавец. Семечки, как видите, крупные такие вот, крупные. И сам арбуз вызревший.
Значит, в нашей зоне он даже хорошо себя показал, вызрел так, как положено. Вот, ну вот для сравнения, смотрите, вот она картинка, арбуз медовый гигант и сам наш арбуз дачный, один к одному. 4 785, ну почти 5 килограмм.